Уже 6 человек стали жертвами разгулявшейся стихии на западе Германии. Непогода, сменившая сильную жару, нанесла серьезный ущерб ряду городов федеральной земли Северной Рейн-Вестфалии. Шквалистый ветер, гроза и град буквально парализовали жизнь в Кёльне, Дюссельдорфе и Эссене. За минувшую ночь было зафиксировано 90 дорожно-транспортных происшествий. Улицы блокированы поваленными деревьями. Прервано железнодорожное сообщение, не работают аэропорты. В Дюссельдорфе 3 человека погибли, когда на дом упало дерево. Еще 3 были в тяжелом состоянии госпитализированы. Коммунальные службы всю ночь боролись с последствиями грозы, убирали сломанные деревья с проезжей части. Полиция оценивает ущерб, причиненный многим городам на северо-западе страны, в несколько сотен тысяч евро. Метеорологи не исключают новых ударов стихии в течение сегодняшнего дня.